Вообще бывает, на улице идешь, раз на тебя так смотрят, ну и просто понимают, что это, скорее всего, мой подписчик. Так бывает, просто подойдут, поздороваются. А там мы тебя смотрим. Life made Anton become a blogger. He lives in a water company housing compound miles from anywhere, in a tiny village that doesn't even have a name. But he's convinced that soon all that will change. Я понимал, что это утопия. У меня семья, у меня подрастают дети, и мне нужен был какой-то бизнес, чтобы он стремительно развивался, и чтобы я мог собрать сумму на дом свой и вырваться из этого места. Другого выхода просто не было. Пошли, бабушка. Пошли. Every day of the week, the Khoroshevs are up at 6 a.m. to milk the cows. Большинство идей подкидывают сами подписчики. Либо просто показывают какую-нибудь текучку, ну там будни, да, записали там практически весь день. И у них тоже какие-то вопросы возникают, и эти вопросы уже потом перерастают в ролики. Просто будни деревенщины. Там даже где не надо ничего объяснять, просто показывай все. Почему-то я тебе больше всего смотрю. Оп, ну как по местам, девчонки? Иди сюда, умница. Водолаз. О, Антон, а ты же майнишь биткоины? Я вам объяснилась вчера. Ну да, пытаюсь. Но пока не получается. А биткоин упал. Это на 13 пунктов, что ли, вчера навалились. Боже мой, вы тоже разбираетесь в биткоинах? Нет, ну просто деловые новости всегда. Но это связано с тем, что Южная Корея хочет то ли вывести их, то ли упорядочить чуть-чуть. Anton's mother isn't just a cryptocurrency expert. After some convincing, she became a kind of technical expert for the blog. Her specialist areas are how to help cows when they're calving or choosing the best plants for your garden. And this is Anton's muse and collaborator, his wife, Алевтина. Сколько, говоришь, килограммов каждый? Ну, 18-20. Но этот легче, чем нижний. A few recent comments on the blog have suggested that Алевтина doesn't always wear particularly elegant clothing. That's the price of publicity. Женщины надежды. Куда не повернешься, тебе все хватают, бежут. Ну это что, туфельки, платьюшко? Да. Да. Особенно, когда пробежит мимо утка по грязи, крыльями махнет, и ты стоишь весь обляпанный. Ногти накрашены. Ну, зато женственная одежда. Пошлю. They need to post at least 2 new videos every week to ensure that the blog doesn't lose subscribers. That means filming something every day. You might wonder where news comes from in the country. After all, there are only 4 houses in the village, and nothing ever happens. У нас куда-то убежали эти две дурочки. Все, поймались, красотки. О, все. Это пробежечка на ночь. Физкультура. Время 18:42. Взяли веревочку и бежим. Мы собираемся идти на прогулку. Беру с собой сумку с камерами. Что-нибудь поснимаем. Молодец, давай. Привет всем. Привет. Сегодня выдалась чудная погодка, идет снег. Вроде бы пока небольшой ветер. Ну, небольшой мороз. Еще и выходной, так что сегодня мы едем кататься на горке. Оп. Опа. Тихо. Костян, тихо. Давай. Пойдем. Дети подрастут и скажут, зачем вы меня в влог свой вставляли? Все может быть такое. Я думала, может быть, я тоже. Я, кстати, думала об этом. И что ты будешь говорить?
Просто думала о том, что такой вариант возможен. Ну что, ответить я еще не придумала. Ну как, понравилось? Привет всем. Были мы сегодня в городе у подруги. Заказали тортик, в общем, забрали. Хотим с мамой поговорить по поводу переезда. Тортик прям тематический, специально. Беседа о переезде. Она сразу увидит, прочитает, и мы увидим ее настроение. Все же хотят свое жилье какое-то, но желательно на земле. Далее. Да. И я думаю, изначально, когда переезжать, все равно надо устраиваться на работу и потихонечку развивать хозяйство. Вопрос сложный. Это не так, что там взял чемодан и пошел, ребята. И нет такого хозяйства, которое мгновенно дает. Да. Так что все упрется во время. Костя, ты куда полез? Тем более, когда еще маленькие детки. Они требуют много времени. Первое время будет очень тяжело самим начинать. But the young couple is determined to move. That's why they started the blog, to raise enough for a new house, because they could never start a farm here in this temporary home. Ну, такой морозный вечер, прям прекрасный. Ну, мороз не мороз, животных кормить надо. Сегодня суббота, у нас на субботу обычно планы побольше, чем на обычные будни. Я имею в виду в плане поработать. Здесь у нас сено, навес рассчитан примерно на 1000 тюков. Трактор. Собирал его мой отец в 93-м году. Двигатель у него D21, а все остальное – коробка, мост, там уже ЗИЛ, газ, оси укороченные, полуоси. Ну, в общем, там самодельная сборка. Ну, пашет, косит, телеги возит, ну, нормально. Ну, а теперь мы займемся своим процессом управки, кормления всех животных, поедем, кормлением. А что, они здесь вместе живут? Да, курица. А что, они это едят? Да, курица. А по-первых, так сложно все это было. До того было досадно, когда ничего не знаешь, как это все делается. А все еще за полночь, когда уже голова не работает, спать хочется. Сложно. Надо почистить, кстати. Потому что есть кто бронится цензурно. Вот такое. Выставляя свою жизнь на показ, да, страшно, боязно. Иногда сомневаюсь. Один раз мне пришло сообщение, что если ты не уберешь фотографии своего ребенка в соцсетей, то будет плохо. Ну, тогда у меня был открытый доступ к сообщениям, мне могли любые написать. И я просто потом закрыла доступ, и теперь посторонние люди мне не пишут. И я спокойна. Ты начнешь? Even though they never studied public relations, Anton and Elefthina intuitively knew never to ignore subscriber questions. Despite being exhausted, at night they shoot videos to answer their viewers. Тема переезда у вас остановилась? Тема с переездом только начинает, наверное, обороты. Мы уже выбрали область, мы пока не будем говорить, какую, где. Ну, просто решили не показывать больше, а... Уже когда будет итог, тогда показать, да. И рассказать. Собираюсь на работу, вызвали. Что-то там сломалось. Приду, разберусь на месте. Half the population of the unnamed village works at the sewage plant. And they've all been called into work because of a nighttime accident. Здравствуйте. Ой, распорядок дня у нас, как у всех, к 8 часам на работу утром. А сегодняшний день с
связи с заморозками получилось у нас ЧП небольшое. Перестала вода поступать на нашу станцию. Сейчас у ночи наш начальник потерял сон и покой. Всем досталось и ночной смене, и утренней. Все бегали. Обошлось, сумели своими силами справиться, не пришлось никакой помощи вызывать. Так что сейчас все в порядке. Город воду получает, и на душе легче, что справились сами. Привет! Непух! Как дела? Замерзли. Сейчас такой видос покажу. Там видео есть в Ютубе, где на нас гадали. Гадали? Да. Это как? Ну, хоть хорошее ты мне скажи. Антон, на вас гадают на картах. Посмотрите. Смотрим? Смотрим. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами смотрим. Алевтина и Антон. Смотрим на Алевтину. У нее был червовый король, темнее король, чем сейчас. Отошел от нее. У них были какие-то убытки, потери. Семья. Что-то я не поняла. Что тут не поняла? У тебя был какой-то король там. Злится, переживает по поводу каких-то вещей, какое-то имущество, что-то придется или потерять, или оставить где-то. Что-то может быть недвижимостью, имуществом. Сильно? На топче залезет. Есть такое. Вот, возможно, надо ехать, но она не особо хочет. А ты хочешь ехать? Я? Да. Переезжать хочу. Подожди, подожди, про червового короля давай расскажи. Вот в том-то и дело, то что вот это промах. Да ну? Что да ну? Смотри, все, все четко, а вот это промах. Это промах. Да? Это промах, да. Да вот как раз-таки раньше как-то все это сложно давалось, а сейчас, ну, прочитал комментарий, да и как-то и все. Так, мимолетом все, из головы все. Вот это все дети у нас вот тут жили. Все-все вот это. Вот Антон. Прославиться, допустим, с нашего поселка человек, это... Это надо даже еще... Даже и в мыслях... Не говори. Ни в каких не было. Я сначала думала, ну это просто там Антон выкладывает, ну как все там. Ну мы зайдем, посмотрим. Ну хихи-ха-ха. Поглядели, как он рыбу... Вы видели, как он рыбу ловил вилами? Да, ты поймал ее! Это еще один такой же! Обалдеть! Помой его, да? Красавцы! Такие тушки прям хорошие! Вот это да! Красота! Три! Ну все? Муженек, сходил на охоту? Neighbors find it hard to understand what makes the Horoshevs so special that people all over the country and the world want to watch videos about them. But when there was an emergency, it wasn't the police or TV news they called, but Anton to discuss the problem in his blog. Вот она, семья здесь находится. Нормальный гул. Как-то предлагал, вот когда пчелы погибали вот это в прошлом году, в апреле месяце. Говорю, Антон, ну вот в интернет выложи ты там все по это. Я два раза попадал под обработку химическую. Я вам скажу, вся летная пчела, которая была, вся посыпалась. Ну, с Антоном мы ездили, смотрели. Антон снимал, сколько на земле их валяется, этих пчел, сколько по этот. В общем, урон огромнейший. Казалось, вот он выложил бы вот этот вот... Поднял бы эту проблему. Нет, он, да. Я только удивляюсь, что кому это интересно. Удвоилось у него уже подписчиков. But the Horoshevs are edging closer to their dream. The blog now makes around $1,000 a month. And that means they can start saving for the house they want. The Village Family blog already has more than 150,000 worldwide subscribers. Пришло предложение о рекламе, и мы всегда такие доверчивые, в общем-то, были до этого момента. Он отправил мне файлик
Как-то так, в общем, он запустился сам на компьютере. Тут же я видел, что Windows начал на что-то ругаться. И я им пишу. У тебя файл был с вирусом. Ну, он что такое пишет? Да все нормально, все твои пароли уже у меня. И у меня прям аж такая какая-то дрожь в теле, такая прям... Он начал договариваться, что давай мне такую сумму. В это же время я начал писать своим ребятам, которые в компьютерах хорошо разбирались. В течение часа мы эту проблему решили. Но осадок остался. Не надо так доверять людям. В общем, такие... Я был уверен, что все нормально. Такие истории у нас бывают. The new technology changed village life. Mobile phone coverage is still awful, but Wi-Fi is even available in the cowshed. Так, здесь у нас видеонаблюдение наше. Выведено все на телевизор. Корова. Перед самым отелом корову желательно проверять. Ну, раз в 3 часа, наверное, точно. Это плюсы цивилизации. Очень удобно. Ну, это благодаря Антону. Вот хоть и говорят, там вы там сидите в глуши. Да какая разница? Глушь не в том, где ты живешь. Глушь только в голове может быть. Кое-что произошло новенькое. Одно из новенького – это то, что отелилась дымочка. Получилось вот это розовое чудо. 6 months have passed, and we're back with the Horoshevs. They finally bought the house of their dreams, and soon the long-awaited move will at last take place. Привет всем! Наконец-то настал тот момент, когда можно уже показать и рассказать про дом. Этот дом мы купили за 1 миллион рублей, и находится он в 10 километрах от центра города. Паводок здесь бывает очень редко, но вот почему-то это событие совпало с покупкой дома. Это уже следующий день. В общем-то, на наших участках тут тоже была вода. В доме воды не было. Но она сейчас есть в подвале. Примерно, наверное, с метр от пола. Там держится уровень, пока еще надо откачивать. И тогда было какое-то разочарование такое. Ну, я бы не сказал, что как-то так прям серьезно расстроился. Ну да, действительно, руки опускались, не знал, с чего начать. Переезжать, ну, конечно, тяжело. Очень тяжело давалось, наверное, расстояние. И на протяжении, ну, уже почти 3 месяца, ну, на 2 дома живем. Все не так быстро оказалось. Сейчас зашла, увидела. Обязательно заберем. Потому что все равно хоть и не наше жилье, но прожили здесь долго достаточно. И самые счастливые моменты здесь тоже, что мальчишки родились. Ну, вообще, когда мы решили, что будем переезжать, нам неоднократно поступали предложения, что давайте где-нибудь вместе что-нибудь найдем. Ими кто-то даже предлагал создать типа общины какой-то. Я была против вот этого всего, чтобы отдельно от цивилизации, там, домашнее обучение, все вот это. И в один прекрасный момент там написали немцам, давайте мы будем искать какой-то населенный пункт, ну, чтобы дома были рядом и чтобы, ну, чтобы можно было развернуться сельским хозяйством. They found 2 suitable houses with enough land for a shared farm in the Volgograd area. But the Horoshevs are still unsure if they can start a farm with the Germans who moved to Russia after watching the blog. Everyone's busy with their own decisions, but the biggest challenge is still to come. Moving all the cattle and starting a farm in a new location. But Anton's mother refuses to swap the Stavropol area for the Volgograd region. The family has to split up. Мама решила переехать тут, в Ставропольском крае. Там живут родственники у нас. Если надо будет, конечно, мы поможем в любом случае. Это даже не обсуждается. Привет всем!
Прошло уже больше половины месяца, как мы сдали анализы для перевозки коров. Но до сих пор ни ответа, ни привета нету. Сейчас, получается, звоню ветврачу и говорит, у вас на все про все 5 дней, начиная с сегодняшнего утра. О, это вообще, блин. А мы еще машину не нашли. К объявлению номер раз. Ну, нам 6 голов КРС надо перевезти. 650 километров. Около 70 тысяч. Угу. Ясно. 70 тысяч! Нет подключения к интернету. Все, машину нашли. Мы завтра выезжаем с ним вместе. С Волгограда, в Волгоградский. Приезжаем туда. Днем отдыхаем. Я не знаю, как это вообще будет. Я просто не представляю. Привет всем. В общем-то, как я и говорил, что приедем. Приеду ночью, наверное. С утра начнем пастуха собирать. Короче, готовиться к отъезду. Встретили перевозчика, отправили его спать. 3 часа ему на сон. 8 вечера решили грузиться. Подойди к бабушке. They're about to leave, and all that remains is to get the cows into the truck. An operation that looks a lot like a rodeo. Заходи слева, ковёр. Ни разу не сняла, давай. Шаг вперёд. Иначе упадёт назад. Шаг вперёд, Антон. Иди, не бойся, иди. Ноги передние упали. Приотпусти, пусть она. Отпусти чуть назад, чтобы она ушла. Он все время выходил сам, а тут такое насилие. Счастливо. Все. Угу. Так, птичкам крылья, аля. Крылы этим. Угу. И курам, и уткам на всякий случай подрубайте. Ну чего ты? Угу. Все будет хорошо. Приживете, все будет нормально. Не плачь. А то я расплачусь. Не плачь, все будет хорошо. Любое время дня и ночи ждем. Понятно? Хорошо, аля, не плачь. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну пока, пацаны. Пока. Отъедь, а я посмотрю габариты твои. Пока, пока, пока. Все, прибыли. Животные перенесли дорогу очень хорошо. Я ожидала хуже, бы, скажу. Я боялась, что будет хуже, но чуть-чуть. Я боялась, что последние 3 часа заходили. Ну да. Оп. Конечно, они похудели очень сильно. Вообще бока все впали. Они сейчас покушают, привыкнут к воде, потому что вода другая абсолютно. И нормализуется все. Мы с детьми устали, конечно. Дорога долгая, жарко. Ничего, все равно это рано или поздно пришлось бы делать. Пришлось понатужиться. Не спал ночами. Было тяжело, конечно. Но мы сделали это. Мы вырвались. Мы осуществили свою мечту. У нас появилось свое жилье. У нас появился свой участок. Это классно. Сейчас, я не знаю, что тут приготовилось у нас.
соседями, вокруг живущими, со всеми мы уже познакомились. Отличные люди. Надо смотрел канал, это, скорее всего, для сравнения просто и все. Ба! Реалити-шоу, что ли? По видео понятно было, что переезжают к нам сюда. Как, какой-то день еду с Фролова, смотрю, машина знакомая. Ну, развернулся, остановил, познакомились. Начинаем общаться серьезно такой. Ну, через месяц там, после знакомства, да, уж начал шутить, улыбался, так был замкнутый какой-то, серьезный. Что? Где? Да. Сегодня сколько нашей семье лет? 7 лет. Детишек побольше. Я хочу бахнуться. Тебе нельзя. Шуй. А что нельзя? В садик не возьмут. They might be exhausted after the trip, but the blog still needs updating with new videos because now a new dream has appeared on the horizon. A real farm. And they need to earn more money to buy it. Скажи, рыбка. Ба. Рыба. Рыб. Нет. Ну вот такая поездка у нас оказалась. Все. Не так страшно. Ну, как казалось, да, но все равно, конечно, попереживали мы очень сильно. Самое тяжело казалось нам все-таки. Ну да, нам тяжело. Ну, я могу сказать нам, да, потому что Антон не спал. Я немного дремала, конечно, в дороге. Тихо, не кричи. Ну и дети долго ехали. Будет опыт. Надеюсь, конечно, мы больше никогда переезжать не будем. Это все жизненные ситуации, которые должны переживаться спокойно, без нервов. Это жизнь.